Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Silent Hill, вторую часть. Продолжаем. Лёш, побежали. Мы находимся в больнице. Больница сейчас на карту будет. Бунхен или как она называется? Вообще посмотрим. Там написано. Что-то мы тогда побегали, не набегали. Да, в общем, где там у нас? Как больница называется? Брукхевен, да. Фиговое название, отвратительное. Нам надо на второй этаж. Так. В общем... Эй, шо вон, не надо мне эта карта. Да, вали, в парке вали, мы были. Вали с карты. Так. Валим. Валим. Так, на да. Второй этаж. Так. Назад, Микки. Ой, назад. Побежали назад. Так, подожди, вот это. Где-то тут, что ли, должно быть. Второй этаж, ты где? Вот. Не здесь, не здесь, не здесь. Короче, мы что-то запутались немножко. Не запутались, не туда, я туда правильно бежал. Сейчас упырь. Давай, поворачивайся к камеру. В общем, мы тут ходили-бродили в прошлой серии, да? Думали, что ж тут делать-то, оббегали все этажи. Сейчас, вот сюда. Да. Вот, оказывается, мы кое-что не нашли, да? Да, и вы нам подсказали, что мы халатик не прошурили, угу, не прошарили. Угу. Поэтому мы так, так подожди, где глянем. Да, ну слушай, камера, не мешай. Так, где там эта фигня? Куда нам надо? В женскую раздевалку. Да. Ой, не здесь. Она вообще на этом этаже? Фиг его знает, сейчас посмотрим. Эй, где я? Вот здесь, что ли? Ну, какие-то кровавые следы, смотри. А, это медсестра. Вот, по-моему, она вот здесь вот. Сейчас вот сюда. Женская раздевалка. Так, подожди-ка, что там смотришь? Вот этот, что ли, халат? Нет, чуть ничего так, не происходит. Нет. Подожди. Тут мы, наверное, все взяли. Вот это трусы это или что это? Шаровары Семейкины. Какой-то. Какой-то. Какой-то юбка. Какая-то подожди. Юбка, да, висит. Подожди, может, на вот здесь вот, подожди, сейчас. Да, вот здесь вот еще, кстати, одна мужская раздевалка. Мужская раздевалка. Только, да. Давай тут посмотрим. Шерпошмотрим. Так. Вот этот, что ли? Смотри, кровавый вот путь. Вот, вот, что вот. Что тут есть в кармане белого лабораторного халата? Я нашел ключ от комнаты осмотра. Комнаты осмотра, да. Так, комната осмотра, она была на первом этаже. Доктор или... Доктор Айболита, короче. Mm-hmm. Так вот, надеюсь, здесь? Здесь. Так, комната осмотра нам нужна, да? Это. Пожалуйста, можно мне пройти? Это первая. Да. Самая комната, наверное, да, в которую надо заходить в больницу. Да. Прежде чем, наверное, приступать так, к каким-то действиям. Где наша комната? Вот это что ли? Вот это может быть? А, может быть, вот это? Подожди! Эй, ты! Сейчас мы найдем нашу комнату. Вот. А, мы открыли вот смотровая, смотровая комната, да. Так, я запишусь. Так, здесь что у нас? Так, что здесь? Что мы тут можем найти? Там что-то такое. Так, что это за документ? Результат лабораторного теста по расстройству личности. Результат лабораторного теста? Я не хочу тогда. Ну, не читаю. Так, подожди. Не хочешь там подробности никакие знать. Вот это что за комната? О, еще одна дверь, да? А я что-то не заметила ее даже. Так, о, что-то лежит. Патроны для дробовика лежат в раковине. Комбик, тут да. Разработчик японский, зачем ты ее туда запихнул? Ты тут так, есть что-нибудь здесь? Такое? Что? Такой... Холл третьего этажа открыл. Крыла пациентов 7335. 7335. 7335. Хорошо, записываем. Значит, это та дверь с кодом, которую мы ни хрена не А, да-да-да, точно, у нас же был еще один код, помнишь? Третий этаж. 7335, запомним. Третий этаж, кодовая дверь. Так. Пойдем туда. Значит, на Трайбаныч мы идем. На Трайбаныч. Так, вот здесь, по-моему. Вот сюда. Нет, не сюда.
Куда что ли? Хотя похоже, да? Ой, тупик. Тупикович. Тупиковая ситуация. Вот здесь, наверное. Вот. Так, идем на третий этаж. Запутанная. Подожди, такая может игра, на второй? Да? Может на второй? Нет, третий, там же было написано. Да? От третьего крыла. А, ну да, от какого-то. Третий кр... А, нет, не сюда. Второй, еще выше. Запишем шам. На этаж повыше. Вставную челюсть забыл вставить. Шипу. Так, вот, вот она у нас. 7335? 7335, да. Надеюсь, что сработает. Ну, хмырь, сработай нахрен. Давай, стелочка. Иначе будем тут ждать. О! Щелкнуло, да? Щелкнуло. Ну, пойдем. Все, пойдем. Сохранимся. Вот там гемор вылезет. На подушечку садиться будем. И чё? Смотри, вышли. О, какая музыка у нас пошла. Так, походу, не только музыка пошла. Бабуин! Так, замок сломан. Давай, все двери подряд проверяй. Слушай, сюда я не знаю. Замок сломан. Давай, давай, пусть он на карте отмечает. Да-да-да, вон там, походу, какой-то иди монстр. Иди ты, я уже зашел, не надо мне ничего. О. Что такое? Фонариком светит, смотри. А, заставка, что ли? Ага. Че, светишь? Че ты сидишь там? Мария, да? Или как? Не знаю. Ну че? Обожди минутку. Я немного устала. Че, ты заболела, что ли, кашляешь? А, хреновенько смотри... тебе, ну выпей. Лекарство, смотри, как-то. Таблетки с собой носит. Тебе нужно отдохнуть. Все, спать. Как удобно. Схожу-ка я поищу ее. Ключик, смотри, ключик. Вау. Я вернусь, как только смогу. Так, мне... Ну все, пусть тогда лежит, отдыхает. Ключ а от крыши. Мы пойдем дальше искать Лоуру. Подожди, может на крышу тогда топать? А ну давай, подожди, давай посмотрим. Чего? Ты где? Ты кто? Так, ты все двери обошел, посмотри по карте. Жесть, что у тебя с башкой? Какая-то уродливая башка, смотри. Вау. Иди ты, ты кто такой вообще? Ты что такая? Трясется в конвульсии. Да слушай, на тебе по череп, что ты будешь ходить? Оу, давай, получи ногой, все, сидеть. Топтали в грязь. Голову, да. Посмотри с той стороны. Все двери зашли. Зашли. Можно. Эй, что за хренетня? Такое, залезь туда, посмотри. И что? Ну, можно, смотри-ка ты. В сливном отверстии канализационной трубы что-то застряло. А что? Отверстие слишком маленькое. Я не могу просунуть руку, чтобы достать эту. Возможно, если бы у меня было что-нибудь тонкое и длинное... Тонкое и длинное? Все, пойдем найдем тонкое и длинное. А где взять тонкое и длинное? Посмотри на карту, пожалуйста. Пожалуйста. Ой. Пойдем на карту. Слушай, надо что-то найти длинное и тонкое. Так, одну дверь ты пропустил. Да? Да, вот. Ой, я... Ой, сколько дверей, давай искать длинное. Вот, вот смотри, в ту дверь зайди, в которую ты еще не зашел. Сейчас тебе надо будет... Ну, выходи отсюда. Налево сейчас развернись и пойдем. Направо вроде бы. Налево. Сюда? Да. Нет, по-моему, туда. Сюда, говорю тебе. Вот это я брал? Вот беги. С этой стороны беги, с другой, вот с этой, да-да. Вот в эту дверь тебе надо зайти. А те? И вон ту. Замок снова. Все, теперь он отметил. Теперь бежим дальше. Вот эти все двери, правильно? Эти все двери. Все-все-все, прошел их уже. Не все. Ты эти двери уже заходил сюда. А там дальше? А там дальше не был. Ну а что ты мне тогда говоришь? Нет, ты же одну дверь пропустил, вот я тебя к ней и хотела привести. Блин, опять я туда к ней зашел. Не хочу. Отдых. Комната отдыха. Подожди, там были вот туда. Там были, да, значит сюда. Ну давай, камера вертится отвратительно. Так, пойдем. Что там с С4? 50-50, 50 на 50.
Ты решил сначала с этой стороны все пулять? Что это там за папуас бегает? Это на крышу? Не знаю. Так, кнопка вызова лифта закрыта. Давай просмотрим все двери сначала. А кто-то есть там? А, кто-то есть, смотри. Ногорук или кто-то? О, много, много ног. Чё-то он на месте на ногу стоял. Он вообще-то чешется, тянется что-то. Так, здесь, кстати, сохраняшка есть. А нафига мне? Я постоянно могу сохраняться. Вот еще. Продемонстрировал нам. Так, да. Молодец. Чувачок, ты что там, мух ловишь? Тихо. О, бодается, бодается ее. Да. Ну давай, покажу, какие у тебя рога. Ладно, прощайся с жизнью. Если это можно назвать жизнью. Чем он орет? С какого места он орет? Он у нас это из колена орет. Там в колене рот запрятан. Так, ты проверь все двери-то обязательно, да? Посмотри по карте, куда не заходил. Может, мы здесь что-нибудь длинное, тонкое возьмем? Ух ты, да ёп. Что это такое, динамит? Упырь, открывайся. Давай посмотрим, может, можно взять? Что это такое? Что это? Кобзец Петр. Ух ты, какой 7. Там был код, помнишь? 665? Нет, не помню. 4... Что-то 4-5, что-то такое. Нет, я не помню его. Когда мы в прошлой серии его так смотрели. Ну, так где тут он? Несколько кодов, смотри. Нет, он будет только один, наверное. А, точно, кобздец. Нам еще коды. Значит, еще надо искать, да. Давай пока походим. А тот код помнишь, какой был? На бумажке мы записывали. Где он? Мы его не записывали. Мы записывали. Мы запомнили его, по-моему. Да? Ой, это хреново. Нам он сейчас пока не нужен. Давай обойдем все двери. Посмотри по карте, где ты не был. Смотрим на карту. Где-то ты по-любому не был. Ну, где я не был? Вот там, где лесенка была. Где? Там, где лифт. Вот там ты еще не был. Пошли туда, кобзец. Ни хрена тебе там столько всего. Уходи. Прямо, короче? Да. Вот тут лифт сейчас будет. Вот в этой двери ты еще не был. А, ну замок сломан, да? А где нам столько кодов взять? О! А мы сюда мы заходили? А, здесь это вот фигня. А крючком нельзя достать? Не знаю. То есть не крючком, а это иголкой какая-то. Иголка, крючок, который мы в мишке нашли. Сейчас тогда я возьму ее, попробую. Давай иди отсюда. В инвентарь. Это что такое? Это моя палка. Выручалка. Вот это что такое? Это что за фигня? Это ключ к выходу на крышу. Это ключ. О, что-то использует. Нужно что-то подлиннее. А что тебе подлиннее? Так, подлиннее, значит, надо еще какую-нибудь ниточку найти, привязать ее, наверное. У нас что-то ничего нету. У нас есть ключ на вход на крышу, правильно? Да. Так поняла. В лифт нам не зайти или пошли что? На крышу. Пойдем на крышу. Где крыша? The roof, the roof, the roof is a fire. Ты помнишь, да, где крыша? Блин, нам нужно дверь найти. Вот это что? А, нам нужно выйти вот здесь. Потом пойти на крышу. Крыша. Вот здесь она должна быть. Пойдем на крышу. Может быть, на крыше там будет еще один код. А потом мы спустимся, посмотрим тот, который мы тогда нашли. Где мы его нашли? В какой-то печатной машинке, да? Да, надо было, блин, записать. О, ключ от крыши использовали. Да, 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 использовали. Ну все, пойдем на крышу идти его мути. Еще где мы не были-то? Так вроде бы. А это что за еб Боб? И что тут? Что тут делать? Какая-то пустая крыша. А, вон там, смотри, дневник Тома Реддла. На полу что-то лежит. Бери, бери, упырев. Читаем. Дождь. Смотрел в окно целый день. Здесь мирно. Делать нечего. Мне до сих пор не разрешают выходить на улицу. Все, давай дальше. Май 10 май. Все еще идет дождь. Немного поговорил с доктором. Спасли бы они меня, если бы у меня не было семьи, которую нужно кормить. Я знаю, что я слаб и жалок. Не всем быть сильными. Еще. 11 мая. Опять дождь. Меня сегодня тошнит от лекарств. Если мне лучше только, когда я под влиянием лекарств, так кто я такой вообще? Упырь. 12.
Как обычно, дождь. Не хочу больше никому доставлять проблемы, но я в любом случае это делаю. Действительно ли это уж такой большой грех, бежать вместо того, чтобы драться? Все? Некоторые люди могут сказать так, но они не живут так, как я. Возможно, это эгоистично, но это именно то, чего я хочу. Это слишком тяжело для меня, слишком тяжело. Да ё-моё. 13-е. Дождя нет. Доктор сказал, что меня выпишут, что мне нужно идти до... что мне нужно идти домой. Я знаю, что я слаб и жалок. Я сатана. Я и там такой прочерк. В этом дневник... На этом дневник заканчивается. Больше никаких записей нет. Что здесь делает этот дневник? Можно зайти куда-нибудь? Дверцы какие-нибудь есть? Почему не записано? Ты упыч, что ли? Не записывают здесь он. Бумпок. Иди куда? Пойдем в дверь обратно нахрен. Там из чисел только. Там щиток, кстати, какой-то был. Щиток. Ну-ка, отсчитывайся нам. И вот там еще где-то сбоку. О, кстати, еще. Дверь. Как ты так может удерживать? Упыри. Вот сюда можно подойти? Тут что у нас? Эй, что? Да пошел ты, кто там? Пупок! Насильник, ты откуда взял? Блин, мы улетели, короче. Да что такое? Откуда ты берешь я здесь? Долбанул нас. Расчленитель с фигней, с уткой на башке. Как бедес нам. Надо что-то сожрать, да? Смотри, здоровье мигает. Да. Охренюшеньки. Где мы свалились-то? Наверное, куда надо свалились, да? Можешь посмотреть по карте. Игра записана. Да, можешь посмотреть по карте. И можем подлечиться, наверное. Дай-ка... Ох, все мигает. Ну что тебе, сколько тебе надо пить-то? Ну все, пока таблет... не надо использовать. Ну вот, ну используй, да, один. Да. Пойдем карту. Ему, походу, хреново до сих пор. Комната специального ухода. А, вот мы здесь оказались, да? Ага. Значит, смотри, 4 двери, мы можем в 4 двери попробовать зайти. Где? А, точно, давай зайдем. И а тогда потом... дверь та, наверное, откроется, да? Ну, возможно, скучно. Там будет какой-то код. Блин, надо записывать, значит... там 2 кода должно быть. Я да, запишем. Уходи отсюда, быстро! Хорошо, нас подтолкнул в комнату. Которая была заперта, кстати, сюда? Да? Нет, сюда не надо. Почему? Сюда не надо? Не на... Да, вот она была у нас заперта, надо вот эти 4 двери изучить. Замок сломан. Ух, хоть ты живой, бабуин. Сюда зайди. На стене что-то написано. Если Джозеф будет вести себя спокойно, то мы его... То его можно вывести из камеры. Хорошо. Джозеф, ты там? Так, здесь вроде мы тебя нет. Убьем. Палки. Зашли. Джозеф, я буду сразу палкой бить. А, эта комната вообще психов, смотри. Походу, особо опасно. Слушай, я чуть не могу. Она, видишь, вся эта... И тут места мало, да? Нет, есть... там больше ничего? Нет. Нам просто... Я показать. Знаю, почему. Просто подушечки, чтобы он не бился головой. Да, чтобы он головой не бился. А об дверь-то можно биться? А, ну да. Значит, не... да. А сразу охраннику, слушай. Там нет ниток никаких, ничего не нету ниток. Нитка-то есть? Туда потому нельзя. Что нам же надо найти что-то длинное и тонкое. Вот нам а какой человек. Да, ничего нету. Странно. Ну, сейчас мы выйдем в этот в обыкновенный коридор наш. Опять в наш коридор? Да. На 3-м этаже. Так, что-то там лежало, да? Возможно, кстати, это был какой-то и код, да? Может быть. Где? Ну, в том сливе, да? Вот этот слив такой кругленький. Мы вот возможно... отсюда вышли? Это вот 3-й этаж, да, сейчас. А мы вышли откуда? А мы вышли вот... Вот оттуда, из середины, да. Давай, она может, там раньше... еще подшморим. Она, так я и говорю, ты быстро очень вышел. Да я думаю, там ничего нету уже. Вот. Ну давай, глянь, на всякий случай. Подожди. Туда что-то он не хочет идти, смотри, пусто. Так. Замок сломан. Вот этот, в 3-ю можно было зайти. Ну там в 3-й пусто. Ничего нет, да? Все, не идет. Ничего не нажимается нигде. О, Кузя написано. Кузя? О, код, смотри. Ну вот, я тебе говорю. 9-5. А какой код-то? Давай запишем, давай запишем. Подожди, какой здесь код-то вообще? Ну что, ты можешь, он может что-то почитать? Крути, 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 цифры лучше их не забывать, чтоб не забыть. Я написал их на стене.
Это мое секретное имя. И что? Еще раз нажми. Какой код-то? 9-5-9. 3, что ли, да? Или 5 это тоже? 9-5-9. Хмырь, почему цифру плохую написали? Японцы, почему? Японский язык. Может, 9-5-9-5? Хорошо, у нас, значит, 2 кода есть, а в той двери... Давай... На какую цифру это похоже? 9-5-9. Ну ладно, подожди, не записывай. Просто мы сейчас еще чуть-чуть прошаримся. 9-5-9. 9-5 или 9-3. Ну ладно. Эти цифры надо крутить, походу. А-а-а. Это от того замка, помнишь? Хорошо, попробуем тогда. Это или 5, или 3, да, последний, да. Значит. 9-5-9-3, хорошо. А тот код надо. А тот код на был первом этаже. На машинке, помнишь, такая машинка печатная была? Да, да, на первом этаже. На первом этаже она была. Потом нам на третий топать надо будет, да? Да, потом надо будет на третий, в какую-то угловую комнату. Ну где там этот? Нам нужна лесенка. Так, мне... Вот сюда, вот он. Правильно. Значит, 9-5-9-3, а там 4-9-6-5, по-моему, был. Пойдем. Так уже более-менее разгребаемся, я считаю, да? Так более-менее. Суданул нас. Сегодня прям как-то насильник. Нормально идем. Да, еще долбанул этот нас. Так, где она была, там, эта комната? Вот так вот, где-то здесь. А какая там комната? Попробуй... Нет, нет, назад повернись. Сюда попробуй зайди. Вопль березка стояла. Нет, наверное, все-таки это... Это там мы где открыли ключом. Так, значит, обойди. Обойди немножко вперед, пройди. И вот сюда попробуй зайди. Это, походу, другая или это же? Сейчас посмотри. Там какая-то машинка вот печатная она. Была, да? Вот она. Машинка, ты где? Нет, она где-то в углу стояла, помнишь? В углу комнаты. Подожди, по-моему, там еще дверь она есть. Сейчас давай зайдем. Да, да, там есть. 5-9. Как там? 9-5-9-5? Вот она. Давай что-нибудь чикай. О, зашел. Так, это мы читали, это да, мы да, читали, это читали. Мы читали, это мы читали, это мы читали, это мы читали. Давай. А где код? Машинка. Значит, код не здесь, а в другом месте. По-моему, здесь нет. По-моему, еще где-то машинка была. Хорошо. Тут только ключ был. Зайди в соседнюю комнату. По-моему, там в углу. Может, просто мы побежали. Бам-бам-бам. Вот около двери там нету ее. Вот не у этой двери, а вот у той, сейчас которая на... ближе к выходу. Так, туда нельзя. Вот здесь только. Вот. Зашел. Зашел? А, зашел. А, не. Джек, Джек, Джек. Да, это мы все читали. Нет. Кода нету. Значит, он был, мы забрали. Значит, у нас какие-то записи должны быть. Вот. Отпечаток на копирке. Посмотрим. Вот, 4-9-6-5. Mm-hmm. 4-9-6-5. Это от коробки тот код, от коробки, которая лежала. Ну, я понимаю, да. А этот какой? 5-9-5-9? А там, а тот крути-крути, написано, да. 9-5-9-5 или 9-5-9-3, что-то такое. 4-9-6-5, запомнила? Мы его посмотрим, когда наверх поднимемся, если что. Да? Я первый код запомнил, ты запоминай второй. 4-9-6-5, всё. 4-9-6-5, давай нахрен оттуда. Как раз два замочка там, да, так, стоит? Так, Трайбан, ты где? Так, давай, оббегай все это. Ну, давай, камера быстрее, двигайся. Где наша лестница? И вот сюда поворачивай, да? Оп. Сейчас мы идем на Трайбан. Ну, сейчас попробуй на последний нам 4-9-6-5. И копилочка опять.
Как все здесь запутано. Прям получше паутина. Так, где эта фигня? Так, вот в кодовую дверь, не туда. В кодовую дверь. И там где-то в конце это была коробка. 4, 9, 6, 5. Так, в конце, да? Да. Где-то вот в этих дверях. Я не знаю точно где. Беги, беги. Ой, как много дверей. Вот это что? Вот она, наверное. С-14. Да, вот. 4, 9, 6, 5. Что-то давай. Там лежит. Давай попробуем. Что тут за фигня-то идти, мутить? Так, круглый замок, да? 4, 9, сейчас давай. А, давай. 4, 9, 6, 5. Один готов. Так, второй. 9. Наверное, сверху, как он начинается. Да? Я думаю, что да. 9. Поганые цифры. 7, 8, 9. Да, 9. 9, 5. Давай, двигайся. Вот 5. 5, 9. 9. 5. Вот 5. А нет, это 6. Есть. Все открыли, да? Ну-ка, что там у нас? Ну, бери что-нибудь там. Глюк Иваныч. Смотри, заклинило. Игра записана. И что дальше? Будем смотреть на этот сундучок. А вот, заглюк чего. Ну, давай, бери. Что там можно? Бери сундук. Мертвеца. Мам, блин, может еще один ключ вот этот висит? Давай ключ используем, какой-нибудь лазурный или бык, там у нас два ключа есть. Блин, да что такое? Как бы сумасшедший какой-то туда запихнулся. Что это прям интригует этот ящик. А, да, мы там козявочку достанем. Можно? Эй? Я угадала? 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 Да. Хорошо. Лазуритовый глаз называется. Все, отлично. Все, теперь отлично, мы можем открыть. Пятерка нам. Что там в нем такое лежало? Давай забирай фигню. Мы корягу. Нажимаешь там? Да. Жму, как могу, как могу. Ты жмешь, да? Смотри, опять не хочет открывать. Ну, надо еще раз, наверное. Ну, забери, что там у нас. Ничего не хочет, смотри. Еще что ли ключ надо? Вы сумасшедшие японцы, что так много ключей? Давай еще посмотри, какие есть ключи. Что у нас еще есть? У нас больше ничего нету. А вот. Ни хрена нельзя, смотри. Все, у нас ничего больше нету. Походу нам надо из трубы что-то достать. Это что такое? О, ключ кунпурного быка, прикидываешь? А, ну вот, значит, еще один ключ есть. Как я, 4 ключа, что ж нам там надо? 2 кода и сколько? 2 ключа, да? Да. Обойди. Забирай. Ниточка. Кабдец, мы ниточку заберем. Ой, хорошо. Зуб выделим. Чтобы не потерялось. Да. Видишь, как они ценят ниточки. Внутри коробки ничего нет. Замечательно. Хотя нет, я ошибся. Внутри лежит прядь волос. А, это прядь волос. Все, я понял, что надо делать. Я понял, что делать. Да, конечно. Объединить иголку. Там же, кстати, можно было, да, объединить? Жесть. Ну, вы епошки. С кроконожки. То есть, чтобы не потерять такую мелкую деталь, да, она же может. Ну что, пойдем туда попробуем, да, и все. Да, пойдем. Последний раз. Так, где она там была, эта прядь волос? В какой-то комнате? Да. В С в какой-то. А в какой, я точно не помню. Ой, может, в этой? В какой-то из этих. Блин, здесь она, по-моему, спит, да? Она в третьей спит. Да. Блин, а это вторая. Может, на той стороне? Замок стоит. Нет, здесь нет. Где нитка? Вытащить нитку. О, прядь волос нафиг вытащить. Кабдец Петрович. Вот он, да. Все, теперь это можно объединить. Да. Да, мы все знаем, все мы это знаем. Давай объединим. Блин, не подожди ты, ну не надо, выйди. Все, пшел вон, пшел. Так, давай объединяем нитку, волосы.
Выходи в меню. О, они даже рядом. О. Объединить. Вытаскивай. Я же говорю, объединить. Почему ты нажал использовать? Подожди-ка. А. Спешишь? Вот, ну что делать? А, объединить? Эту? Теперь тащи эту нижнюю. Блин. Подожди, сейчас как объединить-то? Теперь вот эту, да? Нажми вот эту объединить. Объединить. Теперь нижнюю, а вниз веди опять. Не могу. А вбок? Не хочет объединять. Не хочет, а блин. Объединить. Теперь, ну-ка, стой-ка, дай-ка. Как вот ты выходишь из этого меню, из этой команды? Вот с чем? Все. Понял? Нет. Тихо, вот сейчас будет что-то. Давай, доставай козявку. Он не хочет объединять. Как там это меню нажать? Вот эта кнопочка. Так, вот это объединить с... Чё, вот эту кнопочку. Давай, объединить, использовать. Использовать. Использовай. Всё. Использовай. Вытаскивай на волоске. Наконец-то. Упы. Научились мы это делать. Тащи рыбку мертвую. Жесть, столько всего делали. Я же говорю, ниточку какую-нибудь, а он волосе. На волосе, да. Блины, давай-давай, клюй рыбка. Ой, что это? Ключики, что ли? У них, наверное, какой толстый ключ. Ключ от лифта. Здесь мы и закончим нашу серию. Запишемся, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Все, сегодня удачно, пока. Пока.